Всем здорово, друзья, на связи больной Роман, потому что я заболел, и здоровый, в принципе, канал Freeze and Games. Мы продолжаем играть в метро. Исход. Опа, Алёша где-то разговаривает. Не понял. Ты где? Пацаны, я тут. Я с вами. О! Ёбаный в рот. Жив, ты дурак, что ли? Как же я рад тебя видеть! Горло болит, даже крикнуть на него не могу, я с прикинь. Нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. А чё там все зеленое? Не понял. Ёбан. Ага. Слышишь, счетчик как трещит? Да. За плотиной черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь в свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. А, ну да, хреновенько. Ладно. Так, что ты предлагаешь? Канатку видишь? Детишки эти построили. Пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе. Так что берем ноги в руки. А в смысле? То есть мы я пойдем... Я что-то гоню. Кажется, на Авроре не все в порядке. Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. То есть подожди, мы получаем... Да подожди, дай сказать. То есть мы, получается, пойдем на дамбу. Через эту дамбу поедет наш поезд. А выдержит эта дамба? Как-то сильно светло стало, нет? Ты идешь вообще, нет? Ее тут уважают все. Ну, а, да-да-да, это я слыхал, ага. Кислотный дождь пошел. Поверила мне, что мы не со злом пришли. Она-то меня из их лагеря и выпустила. Любовь с первого взгляда. Да-да. Я говорил про свой животный магнетизм, а вы ржали все. И кто был прав? А может, ты просто единственный мужик, а все остальные дети, нет? Что еще и проводила. И вот знаешь, первый раз со мной такое. Не хотелось прощаться. Это любовь. Пошел с нами ехать. Упа. Не могу своих бросить, говорит. Сильная. А можно чуть-чуть побыстрее? Так теперь одна мысль в голове и вертится все время. Хоть бы она уговорила этих ребят уйти. И сама ушла. Давай я их всех перебью, и все. Дюлов-то. Чё-то мне стрёмно, Тёмочка. Ты о чем? Такую зверюгу видел. Вроде медведь, но размером с дом. Ой, не парься, я ему сраку поджег. Слышишь? Опа. Похоже, почуял нас. Он сейчас снизу вылезет. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, началось в деревне утро. Тут высота-то метр. Серьезно? Ой, Тёмыч ногу, походу, сломал. А, камнями придавил, мне страшно. Нормально. Давай домкрат. Опа. Лучше беги. Беги, Алёша. Беги, я тебе говорю. Сейчас нас кто-то спасет, я уверен. Вот зря ты это сделал, он же тебя сожрет. Все, пизда, Алёша. Больше не будет коктейлем молотого кидаться. Жалко, обидно, что я могу сказать. Ой-ой-ой-ой, что-то мы вниз падаем. Тёма, хватайся за что-нибудь. Бля, опять он здесь. Где Лёха? Что-то Лёхи не видать. О, ебать, церковь сломал. А это та церковь или другая церковь? А чё, мне все его бить надо? Ой, идешь так это нахуй. На тебе, бурый. Серьезно?
А чё я застрял? Да ёбана. Мне-то спрятаться-то толком негде. Какого хуя, какой его тут вообще творится? Где он? Ой-ой-ой-ой. Батька мог шерсти агрессивный. Так, а что я могу ему еще предложить? Ножи. Давай ножами покидаемся. Где он? Хуяк. Все, песос. 9 патронов. Да подожди, говорю. А еще? Бля, опять разгон надо. Вот прям так сильно и сразу? Не, подожди, это не, что-то не то. Это, по-моему, заставка пошла. Если бы я знал, что так и будет... Опа. Фу, нормально, Леха здесь. Красава. Пиздуй отсюда. Тут борзый медведь-то, ты посмотри. На, нахуй. Точно все. Он в прошлый раз тоже со скалы прыгал, падал, ему было вообще все равно. Вообще писсос. А ты как выжил? Охереть. На самом деле, знаешь, немножко обидно, что не дали все-таки возможность добить эту тварь. Хотелось бы уж все-таки своими силами, а не случайностью, просто земля обвалилась, там какой-то камень где-то куда-то. Оля! Я же говорила, им просто нужно было ты пройти. Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша, не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, чёрт. Оля, я вернусь. Угу, сейчас же. Я буду ждать. Тут дамба сломается, всем пизда будет. Артём, двигаем! Так что ничего у тебя не получится. Оля, помни, что я говорил. Уводи людей из дороги. Заплати. А, она не слышит. Опа, хорош. А вот и наши. Его вообще не слышно. Все, тихо, 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 стойте. Как это? Подождите, а меня? Чуть-чуть притормози. Красава, полковник. Первый раз тебя уважаю. Все плохо. Нужно спешить, времени мало. В смысле все плохо? Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Ну, Блэд. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Ну, пойдем. Там же сказали, что где-то же есть лекарство. То ли в Новосибирске, то ли где. Артем, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Поезд доходит до Тихого океана. Все эти реки, горы, пустыни — это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам. Пусть поспит немного. Все нормально будет. Лекарство приди, найдем, все будет хорошо. Не очкуем, все будет хорошо. Идем, братка. Там разговор есть. Там это где мы? Эй, золотые руки, ты тебе тоже подтягивайся.
Тама, где мы? Жопа, ты это, я, в рубку давай. Ну это видимо. Видимо, у нас сейчас задание будет как раз. Это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Любовничек. Ловелас, ядришки. Ты что, дурил, что ли? Взял дверь передо мной, закрыл, какое неуважение прям. Ну пододвинься чутка. Давай поговорить с полковником. Так, где сесть мне можно? Как? Какой стул мой? Она. Кашляет. Давай, у нас новости. Нехорошие, похоже. Сесть можно где-то? А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, ладно, постою. А, нет, можно. Непростой разговор будет. Этот снимок на Новосибирском мы сначала посчитали испорченным. Так, а что здесь? По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленым. А некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Это чем же туда стрельнули? Может, газ? Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиоактивно. И что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по-орбитски. Мы все пойдем. Товарищ полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Ой, нахуй, иди, я ничем не виноват, понял? Тем не менее, мы орден, мы один экипаж и должны действовать вместе. Вот охраняйте поезд. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Писос. Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни ему. На окраине города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Будь сделан. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Мне кажется, слова немного не совпадают. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Это схуяли. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, точно. В отличие от городков, что мы обыскали. Ну да, а еще мутантов Хиролеон. Товарищ полковник, я по костюму. Да. Да. Так, это мы куда? В Новосибирск, да. Ну поехали, чё. Комплектных получилось собрать. Только два. Так, мы-то куда отправимся? В Академгородок? В центр? Куда? Мне нельзя двигаться пока что. Это Сэм, как я понимаю, стоит на стрёме. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Все, ноги отрастил. Зачем он ботинки одел на железные ноги? Полковник, хвосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Будут, будут. Мутанты. Никогда, кстати, в Новосибе не был. Я надеюсь, что это точная копия, хоть посмотреть на Новосиб. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, полковник, лучше сэр. Тут на поверхности долго не быть.
А дома все целые, это получается биологическим оружием, что ли, бахнули? Че? Ну что, готов, Артём? А, да, конечно. Че? А, здорово. Давай, братан, полковник, сэр. Ты че это? Как я с ним пойду в разведку, ты че? А на войну-то уж тем более нельзя. Может, он тоже чем-то болен, но скрывают. Ты как же я не хотел вот этого... Уже тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. О. Пройдемся по плану еще раз. Ермак! Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан... Фига себе. Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Алёша, мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артёмом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. А где? Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Погоди. Увидимся на точке сбора. Удачи. А можно мне в верстачок быренько заглянуть? Полковник, сэр. Можно мне быстренько в верстачок? Я очень быстро, буквально на секундочку. Вы идете на задание, чтобы спасти тетю Аню, да? Да, да, да. Да ёберный. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артёмом не вернемся. Договорились? Конечно, мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. Мне вот интересует другой вопрос. Я, конечно, понимаю, что это игра, там все дела, но почему ребенок сидит в курточке и в противогазе и прячется от радиации? Противогаз? Еще хоть как-то, да, можно было понять? Тихо, тихо. Курточка-то, блядь, как поможет. Вы уже идете? Тут спецкостюмы нужны, если да. Тут превышение в 8 раз выше, надеюсь, чем в Москве. Успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Мы сильные, мы обязательно спасибо, вернемся. Катя. Да все, хорош, трепаться пошли. В смысле, заходи, я не собирался. Не, мне этот нужен. Блять. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она давай, обниму на дорожку. Теперь до завтра проспит, наверное. Ну, мы же все-таки люди. Люди хорошие. Пошли. Все, пошли, разок посмотрели, все, хватит. Хорош, хорош. А то потом тяжелее будет уходить. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Да нет, лучшим лекарством будет это, если я вернусь с лекарством. Уж сильно-то не утрируй. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо. Слушай, полковник, ты весь верстак занял. Это чё? Артём, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Чёрт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Хорош. Так, ну смотри. Я что думаю? Что я думаю? Я думаю, это уже в принципе хорошо. Снайперская винтовка. Нужна ли она нам? Он был прав, говоря, что мы не знаем, какие здесь мутанты. Так, это у нас что? А, ну я могу поменять либо на глухарь, на тихаря, либо арбалет, да? Не, я ставлю арбалет, естественно. Здесь как бы без вопросов. Оу. Оптика 4Х. Ага. Пневматический взвод. Бахорош. Так, а вот здесь вот я, наверное, все это дело разберу. Смотри, ублюдок. Энгусарный автомат нет. А, точный скорострельный дробовик. Вот я, наверное, возьму либо убойник. Вентиль, вентиль. Значит, это к точности мощный. Да, для дальней дистанции нет. А, гатлинг, не револьвер, а шо? Ну, это массовое производство метро. Картельный пистолет является мощным и надежным оружием ближнего боя. Но смотри, есть ашот, а есть убойник. Ага, давай попробуем посмотреть, что мы можем вообще, в принципе, с ним придумать сделать.
божеский. Закрытый коллиматорный прицел. Так, ну вот что получается, да? 4. 4 патрона, хорош. А если мы возьмем убойник и прокачаем чутка? Укороченный ствол, ствол с глушителем. Стандартный ствол с чоком утиный нос. Удлиненный ствол. Стабильность падает, но 100 урон и точность растет. Здесь. Так, хорошо будет. Барабанный магазин, ой. Да, давай, наверное, его возьмем. Все-таки это дробовик, как-никак. Так, сюда что? Мы возьмем вместо калаша бульдога. Так, сюда идешь. Нам нет смысла с глушителем брать абсолютно никакого. Коллиматорный прицел. Так, нет, подожди, стой. Сюда мы возьмем вот такой магазин. Или такой. Да хрен с ним, давай самый большой. Я не знаю, что меня там ждет. Зеленый лазер, да, зеленый лазер мне здесь нравится. Сюда, смотри, мы с тобой возьмем открытый коллиматорный прицел, а сюда мы возьмем зак... В смысле, я не могу сюда поставить? Почему? А, я не могу, это только на дробыш ставится. Блин, ладушки. Ладушки-шоколадушки. Тогда здесь мы поставим оптик... А, и оптика 6Х я сюда не могу поставить, да? Ладно, допустим, пусть будет все так у нас. Что по патронам у нас? Хорошо все? Ага. У нас их нет. У нас все не то, что хорошо. У нас все пиздец как плохо. Так, а собрать? Нет, для пистолета мне не нужны. Снайперские патроны мне не нужны. Стрелы. Есть. А, это что? Зажигательный боеприпас. О, коктейль Молотова давай. Все, песос, приехали, приплыли. Ну это все, пацаны. Почему так мало патронов можно с собой взять? Охереть, почему? Какого хера? Так, а что у меня простые, да? Ладно, пошли. Так, это где точка сбора? Я готов, пацаны. Пойдем. Ну что, готовы? На такое себе, конечно. О, фига ты сделал тачанку. Вот он, твой шанс. Фольга, последний. Все дела. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. Мой последний шанс, ты ничего не перепутал. Хорош, вот эта тачанка. Шумоизоляция, там вибропласт, все дела. Ты вообще ездить-то умеешь, нет? У тебя права есть? Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Угу. А мне какой смысл смотреть по сторонам? И почему мы сели в машину? Мы же должны были ехать в метро, спуститься. Нет? Да, пока, пацаны. Удачи вам, да прибудет с вами сила, всего хорошего, любви, счастья, здоровья, все дела вам. Слушай, полковник, может я поведу, а? Мне кажется, я быстрее доеду. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Окей. Допустим. Да, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но рискнем. А, чао, прям нельзя было какую-то другую дорогу взять? А свет, фонари, Р, Р. Полковник Р. О, красава. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. А как бы ничего, что это ты виноват? Я-то тут при чем? Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Ох, сейчас под воду уйдем. Нет? Мне показалось, что это лед. Сейчас кто-то на нас нападет. Не может быть все так долго, все хорошо. Ага. Еба танк. Давай танк возьмем, полковник.
Я, конечно, понимаю, буханка, все дела, но мне кажется, танк будет солиднее, как бы. Даже если стрелять не будут, ну хотя бы бронированный. Сколько машин? Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. Похоже, да. А чё стоим? А меня не выпускают. Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Ну так и хорошо же. Я не хочу в метро спускаться, я серьезно говорю. Несмотря на то, что это метро, Артём, я в метро не хочу. Я по карте смотреть буду куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Так, отлично, мне дашь карту? Нет. Я поехал. Я тут без карты, в принципе, нам, наверное, не дадут заехать куда-то в другое место. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Хорошо. Вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Не-не-не, я не буду, я только прямо смотрю. Я водитель, мне нечего по сторонам смотреть. А буря все усиливается. Да хорош, не нагнетай. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Ну, ты возвращайся, а мы тогда дальше поедем. Черт, ладно, ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Логично. Давай, Ванну, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Спокойно. Что, УАЗик не может застрять? Буханочка, ты что, это наше все, она же полноприводная. По идее, там же вроде как раздатка, не раздатка, понижайка, не... Спокойно, сейчас мы по гаражам проедемся. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго как это? Ир же свет нам до этого включала. Смотри, давай туда. Как обратно на проспект вырубим. А теперь Ир, это сигнал. Что за херня? Может, я что-то путаю? Ах ты, ёперный балет. Снова пробка. Нормально. Еба, вот это херово. В смысле приехали? Дальше на свои твои. А, мы застряли? Фон все растет, фильтров надолго не хватит. Да блин. Надо найти, короче, детальки и химию. Сделаем еще фильтра, протянем. Дед, полковник, сэр. Батя, отец. А что не так? Я не могу выйти. А, нет, я могу. Окей. Так, я возьму дробыш. Давай, давай, за мной, не останавливайся, или нам конец. Да нормально, все, не очкую. А где карта-то вообще? О, так мы почти пришли. Хорош. Ты где там, старый? А, понятно. Где тут вход-спуск в метро? Так, где-то прямо и справа. Опа. Самое интересное, есть машины. Военная техника, гражданская техника, поезда. А где люди, где тела? Что здесь, мать его, произошло? Почему ничего и никого здесь нет? Нормально. Нормально, я так и хотел. Это было так задумано. Полковник, сэр, ты где? А где полковник, сэр? О, добрались все-таки. Ебать, ты тут откуда? Проход в сторону центра. Давай. Че ты тормозишь? Не тупи. Есть идеи, как попасть в тоннель? А, вот. Нет? Как тебе такая идея? А, здесь песос. Подожди, давай двери тогда открывать. Через этот вагон пройдем. Не лофт-то. Через вагон? Давай помогу открыть. Давай. Ну, 3-4. А вот и люди. Хреново. Ага, я пошел.
Так, а есть потрошки у вас, люди? Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Да? Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Да, я думаю, что никого хорошего здесь точно не могло выжить. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах. Ага, карты у нас нет, да? Тут не особо глубокая, а радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Да нормально, не очкуй. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Плохо. Мне так нравилось по поверхности гулять. Солнце, трава зеленая, пионеры, можно. Медведь, ебать, с размером с дом. В смысле дышать, похоже, можно? А, серьезно? Погоди, у меня полностью заряжен? Ну, я на всякий пожарный еще чуть-чуть. Надо было супер яркую батарейку поставить. Твари. Где ты их увидел? Сейчас полезут, но ничего, нам не впервой. А где ты увидел? Кого услышал? Ты о чем? Дед, полковник, сэр, батя, ты че? Опа. Прямой дороги нет. Артем, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний... Блядь! Это какое-то новое, смотри, это крыса переросток, смотри. Охереть. А нормально. Обосрался только чутка, а так хорошо все. А чего они такие быстрые-то? О, блин, еще лезут, приготовься. Подожди, некогда. Все, готов. Еба, он жесткий. Минус. Бля, прицел на дробовике это вообще погань ебаная. Зачем мы ее придумали? Вот зараза. Хорош. Родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями. Да, подожди, слушай, полковник, у меня с патронами что-то жопа какая-то. Почему так мало патронов-то берется с собой? Может, военные запасы где-то есть, нет? Солдат, никого такого не лежит здесь, не видишь? Так, свет, отлично. Так, рубильничек. Сейчас мы подзарядим. Ну, блин, ну это будет тяжко. Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Очень хочется надеяться. Так, еще что-то есть? Зеленка. Окей. Вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка эта, которую военные раздавали. Ага. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Вруби дальня. Все. Так, хорош, пошли. Тут все прогнило. Смотри, в воду не свались. Ой, не. Семыч плавать не умеет. Да ты там пока речи толкаешь, я уже так-то спустился. Блядь. Это кто? Слышь, давай ты первый. Что-то я очкую, что-то мне не понравилось там. Меня кто-то укусил. Чё? Слышал, что это было?
Не знаю, что это было, но мне это явно не понравилось. Подожди, я тут загляну, быренько. Здесь по-любому что-то есть. А, тут есть невидимая стена, через которую я не могу пройти. Окей. Давай химию собирать. Будем делать фильтра, аптечки. Блин, как же херово без патронов-то? Конечно, я пока рановато, но они у меня пока есть. Но своей меткостью я чувствую, что они закончатся. Ой, как быстро. В воде точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Опа. А это что, Half-Life? Погоди, я в метро вроде играл, не в Half-Life. Смотри, осторожно, полковник Сэрон, тебе по голове ударит. Засосет. Да, я пройду, я не хочу в воде долго находиться, мне не нравится. Тёмыч плавать не умеет. Я, кстати, тоже. Моё. Здесь можно вылезти. Чё? А, здесь подпрыгнуть надо? Фига, а чё не сказал? А вот и местные жители. Это кто? А, да ладно. На ту яму в Москве, правда? Ебать, тут тоже уроды всякие живут. 8 тысяч километров и опять расстрельные ямы. Интересно, этих тоже шпионами называли? Подожди, сейчас я почитаю, узнаем. Командиру группы быстрого реагирования ОСКОМ, полковнику Хлебникову, настоящим приказываю передать арестованных мятежников особому отделу и немедленно выдвигаться на станцию Сибирская для занятия обороны на ближних рубежах. Председатель ОСКОМ, генерал-лейтенант Виноградов. Хорошо, дай пройти, не дашь. Окей, пойду сюда. Так, у тебя грипп есть. Слышь, полковник, сэр, не толкайся. Стоит трупом не больше года. Может, и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Да, по-любому остались. Ох, 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 тихо, 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 это мое. Повезло опять. Это тебе не наше метро. И помочь нам здесь некому, понял? Да давай, доставай уже, не бузи. Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства. Назад дороги нет. Ты своей поделишься, у тебя две железные есть. Опа, а чё это? Чё это за звук был? Это Тёма так громко вылез? Бля, надо под ноги смотреть. Только теперь уж смотри под ноги. Окей, спасибо. Спасибо, полковник, сэр. Тут выход в тоннель. Так. А вот эти нельзя взять? Нет. Так, тут пацаны еще будут? Че это? Где это? Полковник, сэр, пошли, давай, мне одному страшно. Что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. Так ты давай не кричи. Потише будь. А то эхо там, вибрации, все дела. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. Есть у тебя такой? Кинь туда. Там кто-то орёт, по-моему. Ё-моё, всё-таки война. Да. Ой, какое все знакомое. Ничего не меняется. Из города в город, от станции к станции. Люди все так же, дикари, убивают друг друга. Охуеть. Они держали оборону бронелетучками, а как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Видно, да. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. Может там патроны прояснят. Ебак, калаш заржавел. Вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. Ага. Пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше. Ложь и жизнь, или правда и смерть. Да, хуй знает. Что? Что-то мне не по себе, Артём. Слышь, ты сейчас тоже кашлять, что ли, начнешь? Ты давай перестань.
Опа. Ибо опять? Серьезно? Не начинайте, пацаны. Давайте без флешбеков и прочей хуйни ереси. Так, очень дохера целей. Давай, полковник, быстрей. Так, нахер я лучше свет включу. Здесь я могу перелезть? Херас. Окей. Так, опа. Хорош. Не идет. Так руку убери, он, наверное, просто держит, крепкий малый, нет? Что-то здесь не так, полковник. Сэр. Что это? Слышал? Тише. Вот, еще раз. Еба. Хуя они что придумали? Под трупами прячутся, прикинь. Хорош носатые придумали. Подожди, с какой стороны лезут, полковник? Еба. Бля, патроны. Ой, перегрелся, серьезно? Ой, патронов нет. Я тебе говорю, будут проблемы с патронами. Вот это да. Вот их. И не говори. Я думал, мерещится опять. Будто мертвецы поднялись. Ну а я видел, между прочим, пацанов-то духов каких-то. Попали в самое логово этих тварей. Как мы удачно-то. А что делать? Мне куда-то крутить или... А, не, сами, пацаны, окей. А тут, погоди, тут что, электричество есть? Хватит, пошли. Такое ощущение, что мы возвращаемся в первую часть метро. Так, здесь что-то фонит. Немножко подфанивает. Это я могу открыть? О. Смотри, сколько пыли. Да подожди, ты... Давно тут все заброшено. Хорошо, что ты это подметил. Дайте патронов каких-нибудь, ну чуть-чуть, ну серьезно, ну вы чё? Охереть. Муском. Допустим. Вообще ничего, просто голяк. Так, обычно, когда он так говорит, что здесь есть где-то рядом что-то полезное. Но я пока как бы не вкуриваю, где и что. Так, давай фонарь подзарядим. Ага. Так, что-нибудь полезное. Опа, шкафышка. О, есть. Все. Все. Два патрона для снайперской винтовки, которого у меня нет. Четыре патрона для калаша. Ого, 6 на дробыш, окей. Блин, беспонтово, что оружие здесь перегревается. Оно, конечно, хорошо, но и плохо одновременно. Командиру группы быстрого реагирования АСКОМ подполковнику Хлебникову. В ответ на ваш запрос номер 132/17А сообщаю. Захваченные саботажники на допросе показали, что основная мотивация их участия в беспорядках – недовольство своим экономическим и социальным положением. Цитаты. Мы в грязных туннелях пашем, а вы тут жируете. Я за 10 лет мясо досыта ни разу не ел, а сам на свиноферме вкалываю. Нам по ампуле лизеленки в месяц, а это что, плюнуть да растереть? А сами чемоданами тащите. Однако непосредственным толчком для присоединения к бунту, по словам вожака захваченной группы, послужил якобы существующий заговор высшего руководства АСКОМ. Цитата.
Что считаешь, раз на вывесках на депо вагоны курочим, то и не знаем ни хрена? А вот те, выкуси. Все мы знаем. Оскомина. Руководство Оском. Мотать из города собралась. Вот зеленку и зажилили всю. А что не так? Нас тут всех подыхать бросите, а сами тю-тю. Зимой еще все понятно стало. Нашим ребятам зачем половину забрали? Наших ребят зачем половину забрали? Наверх пути чистить. А техничка зачем? 100 лет стояла, никому не надо. Растаскивать начали. А теперь чини. Хватит за баранов нас держать. По окончании допроса, задержанная ввиду наличия неопровержимых доказательств, их подрывной деятельности, переданной расстрельной команде согласно инструкции. Оском, следователь особого отдела, переплетчик, может, не знать. Короче, болею, мне херово читать, вообще не могу, мозг не соображает, поэтому я не знаю, буду я сейчас записки читать или нет, я, может, их просто буду собирать, а потом поправлюсь и тогда уже прочитаю как-нибудь скопом. Похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Да, что похоже, это точно, я тебе говорю, что мы в первую серию метро возвращаемся. Опа, зима. Мы вышли, полковник, сэр, бать. Ага, как тут подниматься? Так, давай подсоби. Ты меня поднимешь, потом я тебя подтяну. Окей? Нет? По идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний, путевой. Прямо это куда? Полковник, сэр, нужна твоя помощь. Тут скрипт не работает без тебя. Чё такое, нога сломалась, что ли? Чё? Слышал? Путь наготове. Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Проверь эту трубу, я прикрою. Ну смотри мне. Ой, ебать. Пацан. С рацией? Сигнал уловит? Стой! Давай подсажу. Пацан, погоди 5 секунд, ты чё? На перерез пойдешь? Куда ты на перерез пойдешь? Да блять! Стой, 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 пацан молодой, да погоди! А че он очкует, че он боится? Ой, блядь, да не, хорош! Не говори, что ты еще ворота эти закроешь. Так, 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 может тут патрошки есть где-нибудь? Бля, походу нет. Пацан-то никуда не денется. Не вздумай, сука. Сказали бы ему, что как бы мы это свои не обидим. Чё вы это накинулись на пацана, как дикари какие-то, блядь. Может, он подумал, что вы педофилы какие-то. Вот он и бежит от вас. Давай, 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 давай. Ну, толкай, толкай, Тёмыч, ну ёбаный. Во, хорош. Где-то был. Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Да погоди, в шкафах где-то сидит, наверное. Выходи, не обидим. Во, вот с этого и надо было начинать. О, здесь пацан сидит. Еба, он что, укусил меня? О, Артём, держи. Да уж, сам небось справишься. Попался. А куда он, кстати, рацию делал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения Оском. Опа. А больше я вам ничего Хлебника? Не скажу, можете сразу убивать. Сын не нуля подполковника. Не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из Оском. Вы что, не с ними? Ни с кем. С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. Понял, а то башку снесу а нахуй. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так ну что или батя. Иди, тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Логично. Только смотри без фокусов.
Все, можем идти. И бас, факелом. Ну, да. Тут уже недалеко до станции. Ну, это хорошо, наверное. Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Откуда я знаю? До института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой. Че? Все чисто. Спасибо. Ну идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Подожди. Так, мы с тобой делаем быстрое сохранение. А ты настойчивый. Игра у нас прошла, поэтому, если интересненько, обязательно подписывайся. Ставь лайк, если понравилось. Прошу прощения за то, что болею. Жду тебя в комментариях. С тобой был Роман и канал Freesome Games.